Ланомия, или ленивый клоун. Эта гусеница обитает в тропических лесах Южной Америки. Она является самой опасной гусеницей на Земле. Ее тело покрыто колючками, похожими на еловые ветки, которые запросто протыкают человеческую кожу. Стоит лишь случайно дотронуться или наступить на нее, как множество шипов начинают выделять токсичный яд. Токсин разрушает красные кровеносные тельца, препятствующие свертыванию крови, после чего начинается неуправляемое кровотечение. Кровь может идти отовсюду, и если ее не остановить, то жертва погибает от потери крови.